Вот такая фреза, сделанная самодельно. Ножи самокованные. А мост это с УАЗика, да? С Волги. Мост с УАЗик. Вот так сам сделал. Ты где, в интернете посмотрел? И чертежи сам делал. Да все так, да. Методом тыка, проб и ошибок, да? Сначала делал сапер. Вот. Такая фреза сделал сам. Все сам. Долго он ее настраивал методом проб и ошибок. Но все-таки он ее сделал. Фреза. Ладно. Ставим лайки. Внизу под видео пишите комментарии. Все комментарии мы читаем, всем отвечаем. Всем пока, до новых встреч на просторах интернета.